Так, кто у нас тут? Всем привет, ребята! Это я, Стэдди, как видите, по названию канала. И сегодня у нас будет необычный влог. Многие думают, что это влог. Ну да, но это не совсем влог. Сегодня я расскажу про истории, которые призадаю, что будет дальше с канала. Вот это я буду отвечать. Короче, давайте на первый вопрос отвечу. Короче, многие думают, почему я удалил телеграм-канал. Короче, знаете такое, там все зарегистрировались, много подписчиков, каналы есть там. Но я удалил при случае. Знаете такого айскрима, сейчас я вам покажу. Вот его аватарка. Он как-то, каким-то образом у меня заметил QR-код, знаете, что такое QR-код. Мне прислал фото. Я уже сам испугался и удалил. И еще мой номер слили. Уже типа, уже взломали, одни коды приходили, не знаю. Но я все... Как видите, все закончилось. Зон пригодился. Айскрим, я тебе больше не прощу. Он меня все испортил мне. А я ему хорошие видосы делал. Больше ничего делать не буду. Знаете, я с ним когда-нибудь разговаривал на телефоне. Но, видите, все каким-то образом. Короче, еще бывают какие-то такие случаи. Знаете такого Вадима? Так вот, Вадим сегодня извинился, уже перестал быть токсиком. Я сам в шоке, как он перестал токсиком быть. Он просто сказал, что его забанили в Дискорде. Это хорошо, что его забанили, потому что эти токсики всех банят без причины. Мегалита, там, Гефтона, меня банят, постоянно всех банят. Ненавижу этих токсиков. Короче, еще хочу сказать, что будет дальше с каналом. Короче, сейчас очень много новостей с Ютуба происходит, так что на случай блокировки Ютуба, вот мой Дискорд-сервер. Вот, я там выкладываю различные фото, видео, и там разговариваю с подписчиками. Не забывайте подписываться на туда, ссылка в описании. Так, что я там хотел еще сказать? Насчет роликов. Помните, я выкладываю какой-то ролик после мема, уже целых 5 дней не было. Возникает вопрос, почему? Ну, бывает, что я, например, как сказать, у меня были очень много дел, идей даже не было. Теперь расскажу про друзей, которые меня предали. Короче, многие знают, что мне 21 апреля 2010 года было день рождения. Сегодня 2022 года. Мне исполнилось 12 лет, как вы знаете. Я уже взрослый парень, мне еще осталось 6 лет, и тогда стану уже совершеннолетней. Теперь расскажу про Пубан и других друзей. Знаете, они не желали здоровья, счастья, и там подарки мне дарили, а каким-то образом сегодня вечером произошло то, что телефон все взломали. И не предали мне, кстати, еще. Как помните, я вам показывал сообщество в поиск, как я был с шариками. Кстати, еще насчет шариков. Они вон там в углу висят. Они уже почти сдуваются. Там уже внутри воздуха уже их нет. Уже один шарик уже лопнулся. Вот такой, где там надпись «С днем рождения, Коля». Очень жалко. Хороший шарик был. Похоже, уже шарик, где там можно прыгать там типа. Ну, расскажу про них. Они либо... подкупались, они никогда вообще не подкупались, а каким-то образом их как-то их уговорили. Или за подарков, которые у меня конструкторы, другие. Вот сейчас я хочу кое-что показать, что мне подарили. Сейчас видите вот этого Леона? Это он мне его на день рождения подарил. Как он, кстати? Ну, прикольно выглядит. Смотрите-ка, красивый он. Так, ладно, сейчас убираю. Так. Что будет дальше с моим каналом? Все многие говорят, что типа... меня взломали. Там один хейтер написал, что как будто мою почту электронно узнал. Но еще об этом никто не знает. Это, походу, просто он лжет. Или другое. Там много аккаунтов ютубер, что я уйду с ютуба. Нет, они наоборот, мне просмотры поднимают. Они все думают то, что это типа накрутчик. Что это за накрутка? Уже другие ютуберы делают, которые редко делают. Например, Геф там. Другие, короче. Вот Гафта набрал, например, 4000 подписчиков. А я набрала только 1000. Даже больше 1000 набрала. И каким-то образом в сентябре 2021 года они уже напали на меня. Без причины. Иначе уже разоблачать. Все говорят, что я типа сам их предал. Неправда.
везде какую-то фигню начал. Это было в июле где-то вроде. Там нес какую-то фигню. И нес, я от него обиделся, заставил меня извиняться, я вот извинился. А в сентябре уже начался мы в мировую войну, как будто. Новую мировую войну. Это как? Возможно. Что я ему такое сделал? Накрутка же не живая. Я уже сам боюсь, что он со мной сделает. Я его никогда теперь не прощу. Он еще, кстати, знаете, что он делает? Он еще берет мои, например, вот кадры с влога и ставит их в превью. Кто хайпится, представляете? Я даже могу вам сейчас показать превью. Вот, видите? Где там называется такое название? Токсики в онлайн-играх. Я не знаю, что мне с этим делать. Я никогда больше не прощу. Никакие извинения буду просить. Я буду дальше укладывать шорты. Шорты — это на самом деле не накрутка. Все так делают, запомните. Не надо мне предавать, я сам кого хочу предам, если кто-то меня оскорбляет, или хотя нет, что я несу. Имею в виду, что я буду всегда токсиков банить и хейтеров, потому что это моя такая обязанность, потому что не надо само нарываться. Вот, например, меня в моей школе издеваются, там много одноклассников издеваются, и другие малявки. Я вам там уже в пост написал, как там в четверг после, вроде перед майскими праздниками подрался с мальчиком, который обувь дал ему в глаз и пошел впервые к директору. Такие случаи бывают. Короче, ребята, ни в коем случае не подкупайтесь на токсиков. Они либо подкупают всех людей, они уже Руслана первый канал уже подкупили. Он мне написал очень много каких-то сообщений, что это типа малыш. Он теперь заизя, кстати говоря. Какие-то сейчас случаи происходят. Я уже сам боюсь, что будет дальше. Хоть вы, пожалуйста, поддержите. Ну и что ж, влог подходит к концу. Не забывайте про дискорд-сервер и другие случаи, которые сейчас только что рассказал. Токсиков в обращении. Если вы сейчас этот влог снимете, если опять мне вырежете, я сделаю на вас разоблачение. Настоящее просто. Как вы хайпитесь на моих лицах, и все. Еще хочу сказать. Они еще в дискорде спамят. Они фото, что я, например, я... С языком, видите, вот сейчас я показываю вам фото. Как они могли это вырезать и узнать? Они даже, может, еще про мою жизнь даже, может, знают. Я сам даже боюсь, что будет дальше. Хоть вы, пожалуйста, поддержите, подпишись на канал, поставь лайк. Ну а с вами был Стэдди. Всем пока-пока.